Всем привет, с вами Стас Кобальт. Хотел бы поговорить сегодня по поводу папка, по поводу читов, которых я сам выявил, нашел. Не знаю, если я не прав, то вы поправите. Прилагаю два видео. Вот на первом видео это будет как бы менее заметно. Там получается такая ситуация, когда я сейчас подбегу к нему, начну в него стрелять. Смотрите, с какой стороны стою. Он стоит с другой стороны, ну как бы противоположно. Стреляет в одну сторону. Но первым выстрелом он попадает вроде, ну в землю мне в ноги, да, там. Там немного ХП отнял. А потом вторым выстрелом там будет очевидно, что он стреляет в одну сторону, я стою в другой стороне. И выстрел мне приходится прям, ну, прям в живот. То есть как бы с другой стороны я стою, а он мне попадает. И второе видео, там вот уже очевидно, что когда она поднимается там по лестнице, да, этот чувак поднимается по лестнице, я, допустим, в другую сторону перемещаюсь, а он все равно в одну сторону идет, стреляет опять же в другую сторону, там, где я нахожусь, я фуловый, с другой стороны снаряд мне попадает в бок. То есть, как бы, такого раньше не было, это не фриз, это не баг, это вот не зависание. Скорее всего, это какой-то чит по автозахвату, то есть во многих играх я такое наблюдал, когда просто, ну, сам в одной игре пользовался какими-то там читами, знаю, что можно по одному захвату цели, ну, просто захватываешь цель и не надо ни наводить, ничего, и просто у тебя самонаведение, стреляешь и все, убиваешь. Поэтому я говорю, что вот скорее всего это чит. Не знаю, если вы скажете, что это не чит, то, ну, вот во всяком случае, вот эти два видео посмотрите внимательно на записи, да, как бы и с, ну, с не ускоренной там, а с, ну, как бы такой вот с паузой, да, то есть покадрово. Вот, там будет очевидно. Я не знаю, такого раньше не было, поэтому я вот сейчас и говорю, вот такая ситуация. Замечал на европейском, на азиатском сервере. Ну, вот зашел сейчас пока на американском играю, пока такого нет. На американский меня вообще сервер удивляет. Там вот даже следующее видео будет, допустим, где я убиваю, там вообще чувак нагнувшийся там ползет. То есть я такого даже на европейском, на американском уже не вижу давно, потому что там люди как летают, как там, как бэтмены с этими читами. Мне, ну, такое вот ощущение складывается. Вот сам играю сейчас на американском сервере. Поэтому говорю, вот такая вот ситуация, ребят, поэтому я не знаю, это самое, если вы поправите, то я удалю это видео, если я что-то там не так, что-то это самое вы скажете. Но вот пока вот так вот оставляю видео на своем канале, связался пока с одним там блогером, не знаю, посмотрит, не посмотрит, будет там разбираться в этой ситуации, не будет. Вот, ну вот античит очень плохо работает, ихний, ну, в папке, да, античит очень что-то плохо работает, вот. Или надо тогда игру обновлять каждый день, да, там, как в доте, или тогда это просто засилье вот этих читеров тогда у нас идет. Вот, всем всего доброго, если что-то поменяется, что-то изменится, то я скажу. Вот с вами был Кобальт, пока вот такая ситуация, все, всем всего доброго, всем пока.